Сухумский аэропорт – любимое место российских блогеров, любителей эпатажных тем об апокалипсисе и наша боль, и неумирающий символ надежды на возрождение, экономические и туристические взлеты. Это история о его создании, о периоде расцвета, стагнации и мечтах о будущем. Советское прошлое оставило нам один из самых важных объектов нашей страны. В 50-х годах 20 века было принято решение о строительстве Сухумского аэропорта. И уже в середине 60-х русло Малого Кодора и его близлежащих окрестностей преобразилось, и в этом местечке под названием Бабушера, в 18 километрах южнее Сухума, в небо взлетел первый пассажирский самолет. Это авиационная энциклопедия в лицах. Тут, начиная от первых... От Гагарина? Никакой Гагарин. Со времен развития авиации. Авиации советской. И наряду со всеми ними здесь, я как понимаю, вы, да? Вот туда. Вы и наш Сосналеев. Сосналеев, да. Вячеслав Ахметович Эшва. Живая легенда абхазской авиации. Герой Абхазии, человек, без которого вряд ли пришлось бы сегодня говорить о настоящем и будущем Сухумского аэропорта. И, конечно, главный консультант нашего фильма. Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло больше 10 лет. У Советского Союза огромное желание встать на рельсы прогресса. В это время бурно развивается туристическая отрасль. Еще в сталинский период в пятилетний план заложено строительство всесоюзных здравниц от Крыма до Батуми. Наряду с морским и железнодорожным обслуживанием отпускников-курортников становится вопрос о совершенно новом и перспективном направлении – авиационных перевозках. Поэтому здесь начали на юге России, самый большой аэропорт – это был Симферополь, потом Сочи и Сухум. Сочи, ввиду географического расположения, он был ограничен в своих возможностях. И вот здесь они выбирают развивать аэропортовую деятельность, принимают вот на этой косе нашей, Кодорской, строят аэродром. В середине 50-х в СССР появляются первые пассажирские лайнеры. Под два из них, Ил-18 и Ту-104, и строят в Сухуме взлетно-посадочную полосу. В целях обеспечения надежности транспортной системы они создают вот такой транспортный авиаузел, аэропортовый узел, который в случае там ухудшения погоды, допустим, в Симферополе, в Сочи, в Минеральных водах, в Сухуме. А в Сухуме здесь благоприятные, все знают, метеорологические условия, друг друга выручали, если что, на запасной, это обеспечивало надежность, безопасность и культуру обслуживания пассажиров. Из-за уникальных метеорологических условий новый аэропорт отвечал главному критерию в авиации – высокой регулярности полетов. Но и самый известный факт, в отличие от аэропорта Сочи, для посадки в котором пилотам необходимо делать достаточно сложный маневр, расположенный на берегу Сухумской бухты, аэропорт позволял осуществлять посадку с двух сторон. Говорят, что вот такая же коса в Пицундах, с таким же расположением, но немножко горы ближе, географически особо как бы невыгодно, но Хрущев сказал, что такое место нельзя трогать, потому что Пицунда – это же жемчужина, предназначение совершенно другое, а вот ищите. Нашли здесь. Это совсем давно было. Кодор отступает на восток, в ту сторону. Но основание здесь похоже на это, потому что растительный слой где-то метр, полтора-два местами. Вот в Эстонке, я знаю, там 30-50 сантиметров, потому что Кодор рядом, а внизу балласт. Это говорит о чем? Это говорит о том, что русло Кодора здесь когда-то было. Виктор Хильчевский, специалист по наземным службам.
начал работать в Сухумском аэропорту в июле 1971 года, то есть 50 лет назад. В 2014 году был назначен вице-премьером, министром энергетики, транспорта и связи Республики Абхазия. Там маленькая речушка проходила, ее в коллектор взяли, там две трубы 4х4 бетонные. Коллектор под полосой, под рулежкой проходит и выходит в озеро, то, которое сзади. То, что когда-то здесь протекал Кодор, подтверждает и Вячеслав Ахметович. Сегодня это территория Малого Кодора, небольшой речки, проходящей через взлетно-посадочную полосу. И часть Кодора, которая ответвляется от села Истонки, ее перекрыть ничего не стоит, оставили так, потому что и экологически, и потому что там озеро, там рыба, и все, не стали трогать, как себя природа ведет, и оставили, и сделали вот такое сооружение. Сделан так, что в случае сильного наводнения все равно там никакого ущерба аэродрома не наносит. За свою историю аэропорт модернизировался несколько раз. В 70-х была увеличена толщина бетонного покрытия аэродрома на 20 сантиметров. Длина взлетно-посадочной полосы составляла 2500 метров, что позволяло принимать тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. У аэродрома должны быть тоже требования с точки зрения, допустим, здесь огромное бомбоубежище. Этот аэродром в советские времена подлежал ядерному удару. Все взлетно-посадочные полосы длиной 2500 метров, они подлежали уничтожению на случай войны. У нас огромное бомбоубежище. И вот этот транспорт... Оно существует до сих пор? Да, существует, конечно. Мы ее содержим. И это для чего? Для быстрой эвакуации людей. Раз. Отсюда. Потому что городок целый, тут очень много людей. Раз. Второй вопрос. Для облегчения подвоза разных грузов. Железная дорога у нас подходит на ГСМ, у нас, короче, смазочные материалы, там большой у нас объект. Я по этой полосе пешком исходил, наверное, 1000 раз. Знаю, где какая плита, там, куда она гуляет, куда ходит. Аэродром не работает, поэтому грунтовые воды, которые снизу проходят, они где-то подмывают что-то. Плиты, да, подсели некоторые, но сели на обочинах. Основная часть, 52,5 метра, это железно стоит. Есть разные типы покрытий бетонных. Есть преднапряженный струнобетон, есть армобетон, есть монолитный бетон. Это все есть экспериментные всякие участки, когда это строили еще первую полосу. Сверху перекрыто все в основном 20 сантиметров бетона. Расцвет Сухумского аэропорта пришелся на середину 80-х. Именно тогда состоялась последняя модернизация аэродрома, после которой он стал отвечать требованиям Международной организации гражданской авиации ИКАО по первой категории. Взлетно-посадочную полосу удлинили до 3640 метров, а недалеко от первого аэровокзала в стиле 50-х годов появился совершенно новый, современнейший по тем меркам терминал. Ну и самым главным событием стал запуск авиарейса в Москву самого большого в СССР аэробуса Ил-86. Я свидетель этого события, когда уже отпустили, очень сильно готовились. Большая комиссия с Министерства гражданской авиации, с подключением местных специалистов. И они смотрели, выдали сертификат летной годности под Ил-86. И первый прилет, прилетали заслуженные такие очень летчики телевидения. По центральному телевидению показывали, награждали их. Все это тоже помню. Было постановление правительства России о том, что каждый приграничный аэропорт должен иметь полосу, которая в состоянии принимать тяжелые самолеты. И, соответственно, я помню, мы задание на проектирование писали на коленках, сидя в гостинице в Москве. И единственный критерий, который мы подбирали, магистральный этот самолет большой, самый большой пробег после посадки и на взлет. Вот был критерий. Отсюда родилась длина 3640 на 52,5 метра. Здесь два здания. Новым считалось это вот то здание, которое сейчас полностью... После реконструкции под Ил-86, когда объемы перевозок резко увеличились, был сделан этот аэровокзал, терминал. И он модулей проектировал его, по-моему, аэропроект, а строил авиастрой. Я помню, когда подгоняли нас быстро все это делать. В Армению, в Ереван летали и обделку мраморную, туф,
привозили самолетами, и нас за это инспекция с Москвы ругала, что вы не имеете. Это же не грузовой самолет, но нужно было быстро делать. Успели, сделали. Современный на 600 пассажиров в час для внутренних, по внутрисоюзных перевозок. Безусловно, такой важный стратегический объект под Сухумом со своей разветвленной инфраструктурой не мог не подчинить себе жизнь 1500 человек, работавших в аэропорту, да и не повлиять на функционирование всей близлежащей округи. Первое, с чего мы начинали, вынос на натуру второго источника. У нас два источника питания электро. Один с Пшапской подстанции, один с Агудзеры. Вот Агудзерскую линию мы первое, что, когда я пришел, вот мы начали работать. Я в отделе капстроительства начинал работать здесь. Тут много чего. Общежитие, три жилых дома, здание управления, этот вокзал. Вон тут помещение милиции. Это был раньше грузовой склад, мы его переделали. А грузовой склад построили там внутри. Трансформаторных подстанций построили по всему аэродрому. Дальний привод, ближний привод, курсовой маяк. Это все мы реконструировали по ходу дела. И за счет средств и капремонта, нарушения законов. Ну, крутились как могли. Но был какой-то план, было централизованное финансирование. Был отдел материально-технического снабжения у нас, который через грузинское управление, конечно. Но потом у меня там друзей появилось много, у Славы друзей появилось в министерстве, мы с ними очень близко, в хороших отношениях были. Что нам надо было, звонили напрямую, просили, они нам очень много помогали. Вот салон самолета, это тренажер, вот кресло самолета Ту-134, вот все оборудование аварийно-спасательное. И конкурс что означал? Ставится задача, что-то произошло, бортпроводники за определенное время все отрабатывают, условных пассажиров сажали и условных. Ну, брали из других служб, они себя ведут как пассажиры, а бортпроводники работают профессионально, как нужно, быстро. Заканчивая эвакуацией пассажиров, вот здесь ежегодно проводили в августе, конец августа, все союзные аварийно-спасательные, поисково-спасательные, аварийные вот эти учения проводили. Возглавлял, как иногда всегда, какой-то генерал из авиации. И были задействованы все службы. Это отрабатывается приводнение самолета воздушного судна на воду. Дальше. Как плоты, как пользоваться, как эвакуировать пассажиров, катера работают. Дальше вынужденная посадка в горах. Почему здесь проводили? Потому что горная местность, равнинная местность и море. Сейчас в Сочи такие проводят, и это у нас серьезно. Это было обязательным, да? Обязательная, да, программа, ежегодно это делалось. И всегда ставились зачеты, оценки, насколько подготовлен аэропорт, все службы. В 87-м году... Я привез сюда трех иностранцев. У меня друзья в Москве, они сейчас есть там. Прислали мне своих хороших знакомых. Из Италии они. Брат одного из них был совладельцем там фирмы Seiko. В общем, богатенькие люди. Тогда была такая возможность. Мы их на вертолете провезли по Кадорскому ущелью до конца. Потом на Бзып через перевал и через Рицу вернулись сюда. Они... Честно говоря, ошалели от такого. Мы такое. В Италии у нас, говорит, тоже есть. Но у нас везде горит свет и везде дороги. А у вас дикая. И у них сразу идеи, конные маршруты, базы отдыха там, 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 там. Мы завязались на это. Юрий Спиридонович Лотария тогда был здесь начальник, командиром. 87-й год? Это 87-й год. И тогда протокол о намерениях написали. Все, мы собирались это сделать. Но потом... Заур Кириллович Хайнрава здесь был такой первый зам, он сказал, а зачем мне это? Оттуда 3 рубля, оттуда 5 рублей, оттуда это. Международный аэропорт, это головная боль, никому это не надо. Вот. Будучи ребенком, впервые с этого аэровокзала я вместе с родителями вылетела в Москву. До сих пор помню свои впечатления от первого полета. И состояние дежавю до сих пор меня не покидает. Перед глазами кто-то ест мороженое, кто-то читает газету, кто-то стоит в очереди за билетами, ну а кто-то задремал, ожидая своего вылета.
5000 пассажиров в сутки мог обслужить Сухумский аэропорт, а также несколько сотен самолетов за ночь бороздили воздушные трассы над Абхазией. Были летом случаи, когда 10 рейсов на Москву делали, на Ту-134. Были даже такие времена месяца, когда через каждый час, вот, как электрички, вот, ходили. Это, конечно, такой расцвет был. Мы перед войной только закончили строительство профилактории на 111 мест в Варче. Еще один день он не работал, а потом его отдали под контртеррористический центр. Это привлекало людей, экипажи. Они прилетали, эстафета была здесь. Один экипаж прилетал, шел туда, 2-3 дня они жили здесь, а другие улетали. Так вот по миру работает очень много авиакомпаний. Я в свое время летал в Уругвай из Москвы с 4 посадками. И вот смена на острове Сал, а там очень хорошая база вот подводного плавания, всего экипажи туда, все горели попасть туда. Ну, полет дольше там определенного времени, 7-8 часов, потом обязательно нужен отдых экипажу. Вот для этого это строилось. Именно вот южный регион вот идеально подходил? Конечно. До них тоже люди были. Ил-14, это самолет старый советский, в аэропорту Сухуми здесь все написано. Заслуженный летчик СССР, Таргил Родион Жакович, заместитель командира. Вот он здесь и тут. Он потом всех... руководителем здесь был, да, да, в аэропорту? Да, правда, да, да, до 83-го года, да. Угу. Потом такие пошли ситуации, да. Ситуации, о которых говорит Вячеслав Ахметович, это самое трагическое и громкое происшествие в Сухумском аэропорту. На взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух самолетов. Тогда Ту-134А, рейс Сухум-Москва, при взлете врезался в выехавший на полосу Л-410М, рейс Сухум-Кутаиси. Все, кто был на борту Л-410, погибли. Позже была установлена вина командира воздушного судна Л-410, руководителя полетов и диспетчерских служб. Удивительное совпадение, но авиакатастрофа произошла 14 августа 1982 года, ровно за 10 лет до начала грузино-абхазской войны. Ты летела навстречу мечте, в небесах на ковре самолете, в облака наяву не во сне погружалась ты в развороте и касалась их светлых вершин, и лицом, и ладонью, всем телом, и мы были там вместе одни, а внутри все звенело и пело. Вот сейчас я выполняю работу, которую выполнять не должен. Дело в том, что вот эту вот предполетную подготовку выполняет техник. Но он сейчас работает на А2, поэтому я сейчас могу делать то, что, скажем, не требует квалификации, а то, что, скажем, помочь ему подготовить самолет. То есть сбережем его время, сбережем свое. Вячеслав Хромых, майор ВВС Абхазии в отставке. Инженер-пилот первого класса с 9000 часов полета. Но машина прошла капитальный ремонт, периодически проходит, поэтому она соответствует всем техническим параметрам. Сейчас выполнены работы по замене двигателя, то есть хорошее состояние. Мне нравится. Машина, о которой говорит Вячеслав Хромых, это Вильга-35А польского производства. Летает с 1987 года. Первоначально предназначенная для буксировки планеров, на сегодняшний день регулярно используется для полетов в высокогорное село Псху и обзорных вылетов. Был очень интересный полет года два назад для Натальи Миловановой, турагентство «Юг». Она пригласила какого-то специалиста, оператора из Питера. Мы сняли правую дверь перед полетом и полетели по Кадору до Домбая, вдоль Кавказского хребта, Рица, Малая Рица, Цыбский хребет, Турецкая шапка, потом Новый Афон, на берег. И вот
где-то 2,5 часа полет. И в результате получились великолепнейшие альбомы у нее. Вместе с окончанием Отечественной войны народа Абхазии перестал функционировать и Сухумский аэропорт. А взлетно-посадочная полоса была и вовсе заминирована. Вновь аэродром стал оживать только в конце 90-х годов, когда территория была разминирована, а в старом здании аэровокзала начали делать ремонт. Но тогда Грузия закрыла воздушное пространство Абхазии, и аэропорт был исключен из действующих международных сборников аэронавигационной информации. Закрыто, не используется, сделана информация по всем органам, по авиационным органам всех государств. Грузия наложила запрет, и поэтому у нас вот мы заблокированы в этом плане. А отремонтированное собственными силами здание аэровокзала стало использоваться под нужды базировавшейся в то время в Абхазии миссии ООН. Сказала, а сколько, вот какие у вас нормы требований? Да ничего, это вот аэровокзал внутри, чтобы было спокойно, вот здесь и досмотровая техника, один человек досматривает, металлоискатель стоит, и кафешку сделать, чтобы могли кофе, это, чай попить и все и прочее. А мы с каждого пассажира брали за обслуживание $5. И по тем временам денег у нас ни у государства не взяли, ничего. Мы отремонтировали, все это дело как бы окупилось. А потом, когда ООНовцы ушли, данный объект ничего не стал приносить. Он бездействует. Помимо сложностей с содержанием и сохранением всей инфраструктуры аэропорта, существовала одна из самых неприятных послевоенных проблем, о которой не очень любят говорить те, кто полжизни отдал этим необъятным полям. А сейчас от складов от этих ничего не осталось, ни от Абснаба, ни от Абсоюза. Все разобрали, на кирпичики растащили. Склад горюче-смазочных материалов у нас был. Там 3 емкости стоит по 2000 кубов каждая. Там стояли 7 емкостей по 75 кубов на разные виды топлива. Склад ГСМ разграбили весь. Там у нас лежало 4 или 5 заготовок рулонных на новые емкости большие. Я поймал 2 машины, уже на них нагружены, металлом везли в Зранд. Алексей Шимович у нас тут был такой, и он и летчик, он и сотрудник органов. Вот, позвонил, пришел, отняли мы эти машины чуть ли не с боем. Гиви Камугович тогда приезжал сюда, объяснили людям, не надо этого делать. В итоге Сухумский аэропорт, ставший на долгие годы заложником различных политических и экономических факторов, для нас представлялся не сбыточной мечтой о международных полетах. И только после 2008 года появилась первая надежда на возрождение. 2008 год показал, как может оперативно этот аэродром работать в случае надобности. Под оперативно работать Вячеслав Ахметович имеет в виду то, когда впервые за 15 лет на аэродром приземлились военно-транспортные самолеты Ил-76 ВВС России, доставившие военную технику и десант. А уже 14 сентября 2008 года на аэродром приземлился авиалайнер с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приходили инвесторы, по-моему, при покойном Багапче, из арабских стран. Пришел, посмотрел, тут смотрел, потом прислал он это. Сколько жителей, сколько людей проживает на территории Абхазии? Ну, я преувеличил, сказал 500. Сказал, нет, надо 1,5 миллиона. Поняли. С этого времени по сегодняшний день разговоры о восстановлении Сухумского аэропорта с постоянной регулярностью то утихают, то вспыхивают вновь с новой силой. Летом 2011 года правительство Абхазии подписало соглашение о намерениях с холдингом «Новопорт» Романа Троценко. Была надежда, что Сухумский аэропорт можно будет использовать в качестве резервного для Сочи во время Олимпиады.
Однако эти планы так и остались планами. В 2014 году разговоры о запуске Сухумского аэропорта снова возобновились. На тот момент велись активные переговоры с представителями другого российского олигарха Олега Дерипаски. Заявлялось, что аэропорт начнет работать в течение 2 лет. Дерипаска держит весь юг России. Сочи, Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик. Это все его порты. Ему конкурент здесь не нужен. То есть напрашивается такой вариант, что эти 4,5 миллиарда хотят просто-напросто отмыть. Или поставить здесь свою ногу с тем, чтобы придет нормальный инвестор. Ребята, это наш. Вот все два варианта, на мой взгляд, такие. Потому что это Дерипаскина команда, когда мы с ними начинали работать, они мне... Мы будем ставить здесь надувной павильон. Какой павильон? Надувной. Зачем? Там будем регистрировать пассажиров. А этот вокзал зачем? Его же можно использовать. Здесь все есть. Зона прилета, зона вылета. Все это распределено по пограничники, санитарная служба, ветеринарная служба, фитосанитарный контроль. Все это здесь предусмотрено. Ставьте досмотровую технику и работайте. Вот. А потом, когда спросили, во что обойдется этот павильон, 20 миллионов всего-навсего. Вот их масштабы подсчета расходов. Надувной. Надувной, он и оказался надувным. 26 июля 2019 года было утверждено распоряжение о придании аэродрому Международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба статуса аэродрома совместного базирования и принято постановление о присвоении буквенного кода Международному аэропорту Сухум. В августе 2019-го стало известно, что потенциальным инвестором проекта Международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба может стать компания «Аэроинвест», владевшая в свое время аэропортом «Минеральные воды», будучи частью холдинга «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова. В июле 2020 года потенциальный инвестор констатировал факт, что в связи с прогнозируемым спадом объема перевозок, грузопотока, пассажиров, проект запуска Сухумского аэропорта для «Синдика» более не актуален. На сегодняшний день перспективы начать полеты отсюда, они весьма призрачны. Во-первых, для обеспечения круглосуточной работы такого порта, как этот, необходимо минимальное количество сотрудников – 300 человек. Сегодняшние зарплаты по России, представляете, да, по этой категории, у нас специалистов уже нет. Ни у кого из пилотов действующих свидетельств нет, ни у кого из диспетчеров действующих свидетельств нет, технических работников нет. При мне, когда я до войны работал здесь, замом по наземным всем службам, было 156 единиц автотракторной техники. На сегодняшний день ноль. Нет, местные жители все набегут сюда работать. Но у нас и так это было, вот, в перевозках там. Но сейчас-то система другая. Сейчас каждая авиакомпания будет иметь здесь свое представительство. То есть продавать билеты, регистрировать пассажиров, провожать на посадку. Все каждый делает со своими пассажирами. На этой компании. Некатегорируемые работники, неквалифицированные такие, они... Ну да, там водители пойдут работать, рабочие пойдут работать, это пойдет. Но считайте, 300 человек, допустим, по 30 тысяч, это 900 тысяч в месяц, правильно? Ну, миллион. И что? Где его заработать, как заработать? Сегодня полеты из Сухума – это весьма проблемная вещь. Военно-воздушные силы Абхазии. Совсем небольшие, весьма нахальные. На кукурузниках поздней ночью врага бомбили довольно точно. В 1-м году пришел, в этом году 50 лет будет, как я пацаном сюда пришел в этот аэропорт. Здесь был тогда объединенный авиаотряд. Сюда входил Батумский аэропорт, Патийский аэропорт, Псху, Зугдиди был тогда еще у нас. Здесь работало в общей сложности 1460 человек. Представляете, сколько это на сегодняшний день рабочих мест. Естественно, такого масштаба сегодня не будет, сразу не будет. Потом, может быть, разовьется. Но я вот в 2008 году, я вам говорил, давал интервью. И я им сказал тогда, что, на мой взгляд, будущее Сухумского аэропорта – это грузовой транзит.
Потому что тогда еще были живы вот эти склады вот здесь, Обснаба, Обсоюза, огромные площади для таможенных территорий. Все рядом, железная дорога рядом, автомобильная дорога рядом, морпорт не так далеко в городе. Это дало бы развитие всему. Но пассажирские перевозки здесь чем страдают? Сезонностью. Летали-то мы раньше по всему Союзу. У нас рейсы были вот везде, по европейской части, и в Куйбышев, Свердловск летали. Много было тогда пассажиров. Сейчас, в принципе, сюда уже система курортов у нас развивается. Наверное, это будет еще интенсивнее развиваться. Значит, пассажиры могут пойти. Хотя сегодня это уже устоявшаяся система. Дерипаске здесь конкуренты не нужны. Сочинский аэропорт, он, хоть и пишут, что он там перегружен, там уже места нет, да нет такого. Он вполне справляется. 25 мая 2021 года делегация Федерального агентства воздушного транспорта России «Росавиация» прибыла в Абхазию. Стороны обсудили реализацию практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. А в начале года президент Абхазии заявил, что международный Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба откроется до 2024 года. Некоторые экономисты тоже говорят, ну видите, когда это же экономически убыточно будет. Я говорю, если вот мы так будем рассматривать, структуры власти, в том числе мы здесь, мы все убыточны, мы не нужны, да, так если подумать. Так можно доиграть. А это атрибут нашей государственности, аэропорт и все. Если бы не видел бы я никакой перспективы, я после окончания войны, получив в первых рядах звезду героя, спасибо, уехал бы, летал бы на Боингах, получал бы по миллиону. Может быть, сейчас уже нет, но до 65 можно летать. Ну, остались многие здесь. Пока идут нескончаемые переговоры о судьбе воздушной гавани Абхазии, аэродром живет своей жизнью с ее ежедневными проблемами и думами о выживании. Зарегистрировали летную школу, посмотрели, спрос идет. В основном сейчас идут люди, которые уволились из гражданской авиации, ну, бывшие профессионалы. И особенно вот, из госавиации, то есть это Министерство обороны там, и другие ведомства силовые. Они хотят получить переподготовку вот здесь, хотя они уже летчики, у них инженерное образование теоретическое есть, и получить свидетельство частного пилота. Mm-hmm. Если по всем законам, как мы здесь делаем, это признается Российской Федерацией, и у нас эта деятельность получается дешевле, чем в России. Почему? Потому что в основном воздушное пространство у нас не занято, и заявки на полет быстро принимаются, быстро решаются, никто не летает здесь. Вот этим фактором мы хотим воспользоваться. Ну, уже люди идут, тут есть кое-какие там вопросы, связанные с выдачей свидетельств. Ну, дано указание со стороны главы государства, Министерства экономики, они занимаются. Это будет орган со стороны государства, гражданской авиации, который будет заниматься контролем над этой деятельностью, выдачей свидетельств и так далее, и так далее. Тоже дает что-то. Ну, это будут внутренние, да, же какие-то полеты? Да, да, здесь только в районе аэродрома, ну, иногда маршрутные полеты, там у них программа есть. И программы довольно-таки серьезные. А насколько мне известно, я не поручусь. Обучение, включая теорию и прочее, стоит 1,5 миллиона. Включая 40 летных часов. Потому что здесь и проживание входит, и питание, и оплата труда инструкторов, плюс плата за стоянку, за охрану, там, ремонт и работу. То есть это довольно большой комплекс. Полеты, в принципе, не могут быть дешевыми. Мы и так стремимся держимся на... Это дорогое удовольствие. Очень дорогое. Но мы держимся на минимуме рентабельности, на минимальном уровне для того, чтобы привлекать. Потому что зарплаты людей невысокие. И те же псхинцы, для них заплатить 2500 за полет до обратно тоже приличные деньги. А для них порой сейчас это единственный способ добраться. Потому что дорога открыта только... Фактически 3 месяца из-за перевала, когда снегом насыпано, то тогда уже
Только самолета может долететь. Летчики, пилоты, авиаторы, как бы их ни называли, это виртуозы своего дела, со своим специфическим отношением к жизни и к своей профессии. Удовольствие. Это может понять человек, который летает. Это невозможно рассказать. Вы уже вот никогда не испытываете никаких волнений? Жена привыкла или как? Нет, привычка тоже есть, но не волноваться перед полетом – это невозможно. Всегда надо помнить, что это небо, и всегда надо быть готовым ко всему, что может произойти. Проигрывать в голове перед взлетом, то же самое в полете, перед посадкой. Всегда уже нужно оценивать погоду, условия получать от диспетчера, получить, и все оценивать. И пусть сегодня говорят, что в наше время изменились образы героев для мальчишек и молодых людей. Парить в небесах подобно птицам будет всегда оставаться пленительной мечтой, способной вести к самым высоким свершениям. Вот наш ровесник. Самолет Ан-2 был разработан Константина Антонова в Новосибирске в 1948 году. 1948-1949 год – это первый подъем этого самолета тогда состоялся. И вот эта машина уже больше 50 лет... Нет, вот почти больше 70 лет летает почти по всему миру. И вот летает прекрасно, и еще замена ее, как и нам, еще долго не будет. Не в силе счастья, а в чести, в совести напишут песни, напишут повести. Дай Бог здоровья, полетов, радости военно-воздушным силам Абхазии. Как бы ни сложились обстоятельства и что бы нас ни ждало впереди, самое главное достижение всех тех, кто уже три десятка лет беззаветно предан нашему летному делу, это то, что они смогли сохранить аэродром, тем самым дав надежду на полноценное функционирование Сухумского аэропорта. Ну, а мы будем ждать и надеяться, потому что открытие аэропорта – это сродни признанию. Признанию нашей выдержки, стойкости и наших побед.